Всем привет! Вы на канале Тыковка ТВ. И сегодня я открываю очередные пакетики. Прилипало три, это уже третья часть. И если вы во время видео услышите какие-то звуки непонятные, не удивляйтесь, это мой попугай Яков. Он снимался в видео многих, вы знаете, если вы не знаете, то посмотрите. Так, давайте открывать пакетики. Надеюсь, сегодня я соберу полную коллекцию. Так, этот у нас был. Так, мы его вот сюда поставим. Так, давайте дальше. И этот у нас был. Ребята, поддержите меня лайками, а то будут попадаться одни повторки. Так, вот мне пока что попались повторки вот эта борода и кисляк. Вот эти два. Давайте дальше мы откроем. Это у нас повтор. У нас повтор вот этот баклажан. Поставим его, он очень красивый, мне он нравится. Так, давайте дальше. Так, мне попался повторка Лулу. Это такой лук. Так, поставим его. Этот мне уже попадался, это Дюшес. Вот он. Или сэр Дюшес. Так, это морковь. Она мне уже попадалась. Давайте ее поставим. Надеюсь, мне кто-нибудь попадется из новых. Так. Ура! Новая попалась! Это же вот такие вишенки. Надо узнать, как их зовут. Хих и Хах. Интересно. Давайте их поставим. О, у меня еще один ряд собран. Ребята, это так здорово! Поставьте лайк! Это новое! Ура! Давайте дальше открывать. Может, что-нибудь еще новое попадется. Так, нет, мне попалась тыква. Она у меня уже была. Вот такая злая тыква. Ее зовут тыква Челло. Дальше. Так, такой у меня тоже был. Это ниндзя перец. Тоже красивый такой. Ребята, вот я слышала, что вот некоторые в комментариях пишут, как бы разыграй повтор. К сожалению, не могу, так как я собирала несколько коллекций для своих братьев, там, сестер. Так что, ребята, простите, мне не получится разыграть. Может быть, в следующий раз когда-нибудь. Так, давайте следующий откроем. Это еще один Дюшес, он нам попадался. Сет Дюшес, точнее. Так, этот у нас тоже был, его зовут, так, сейчас я вспомню, Буз, да, его зовут Буз, он мне попадался. Давайте следующий пакетик. Так, такой мне уже тоже попадался, его зовут Брокколи, просто Брокколи, вот. Так, этот мне тоже попадался. Ребята, поддержите меня лайками. Поставьте, пожалуйста, лайк. А то, ну, сами понимаете, как-то не очень приятно, когда попадаются повторки. Это малышка-черыш мне попался. Так, дальше. Ой, опять мне попалась повторка. Баклажан. У нас он уже был. Ребята, ну просто жалко, что вот я не могу собрать эту коллекцию. Но ничего, повторки все же на следующую коллекцию пойдут. Это у нас тоже повтор. Вот. Лулу. Это лук такой. Поставим его. Так. Это у нас тоже повторка. Вот. Вот.
Это такой помидор, его зовут Дорчик. Ребята, мне попалось новое, ура! Вау, это, как я понимаю, какой-то горох, или не знаю, но его зовут Вин, Ван и Вон. Вау, ребята, поставьте лайк, это же новые. Так, сейчас, вот, ой, вот, все. У меня уже потихоньку набирается коллекция целая. Так, это повтор. Это клубничка такая, ее зовут Ням-няшка. Так, давайте ее поставим к повторам. Так, это тоже у нас повтор. Это Дорчик, помидорчик. Так, мы его поставим. Ребята, это опять повтор вот этой вот клубнички ням-няшка. Давайте ее поставим. Это тоже у нас повтор, вот этот кисляк, лимон. Повторка. Ой, простой. Так. Ребят, поставьте лайк, а то как-то хотелось бы собрать коллекцию. А то еще раз придется покупать и собирать. Так. Так, вот я открываю. Ребята, мне новый попался! Вау! Кто это у нас? Давайте посмотрим. Так, это лучик. Да, это лучик. Такой красивый. Или как вот... Да. Или Лукич. Да, это, скорее всего, Лукич. Это такой вот... Так, следующий. Жалко, но это попался повтор. Ну, ничего. Другую коллекцию. Так. Ребята, посмотрите. Я почти собрала всю коллекцию. Мне остался только вот этот стиляга. Наверное, я его тоже скоро... соберу. Вот, посмотрите, у меня уже сколько повторок. И всем пока. Вы были на канале Тыковка ТВ. Ставьте лайк и смотрите мои видео. Всем пока. Пока. Пока.